Здравствуйте, друзья! У нас сегодня последняя в этом году тренировка, и мы хотим вас поздравить с наступающим Новым годом. Нет, нельзя вот просто взять и записать поздравления с первого раза. Ну, вы понимаете. Ну что, Катя, у нас как год прошел? Хорошо у нас год прошел. Было много интересного, много изменений, надеюсь, к лучшему. Да, в целом мы рады. Кстати, ребята из МФА, мы с вами, мы вас не забываем в этой холодной столице. И мы даже к вам обязательно приедем. Да, в феврале мы у вас обязательно с господином Вейтсом, хоть он и не Том, мы встретимся. 30 декабря. Кто-то уже строгает салаты к столу, но есть ученики, которые приходят в Додзи на тренировку. Привет. Меня зовут Алексей. Сегодня было второе занятие мое. Наступает Новый год. Надеюсь, что в наступающем году я подтяну все знания по айкидо, и будет что сказать уже к следующему году что-то более интересное. Ну как тебе вообще у нас обстановочка? Обстановочка раскрепощенная достаточно. В нашем странном коллективе. Да, располагающая к общению. Вот вроде так. С Новым годом, ребята, приходите, вам, наверное, понравится. Приходите, вам понравится, вот так. Катя, а зачем мы занимаемся хакко? Зачем? Мы же айкидоки. Ну как, во-первых, это просто красиво. Подарите ей свиную голову, и холодец, и просто красиво. Не, ну это же весело делать людям больно. А в айкидо не так больно, как в хакко? Ну, в айкидо, пожалуй, поменьше контролей, то есть меньше на них акцент. Да, это мы плавно намекаем на то, что 5 и 6 января Денис Сергеевич Шелест проведет у нас интенсивный семинар по хакко Дэнсин Рю. Катя одобряет. На Новый год у нас большие творческие планы. В 2020 году мы собираемся оживить наш канал. Вот этот самый канал, на котором вы сейчас случайно оказались. Мы будем выкладывать туда много видео с интервью, с айкидо, с какими-то учебными материалами. Учебные материалы, конечно, прежде всего будут предназначены для учеников нашего додзё, потому как учиться по чужим материалам бессмысленно и бесполезно. Так что мы будем рады, если вы подпишитесь на наш канал, поставите лайки и все там как и все на YouTube. Я попрошу вас нажать на колокольчик и подписаться. С одной стороны, конечно, довольно глупо выделять один день в году для хороших пожеланий. Я вам каждый день желаю всего хорошего. Но раз уж у нас такая традиция сложилась, давайте ее следовать. Желаю вам в новом году успехов и на татами, и не только на татами. А если вы еще не занимаетесь айкидо, то обязательно попробуйте. Кубота-сенсей сказал нам, что айкидо должны заниматься все для долгой и счастливой жизни. Эта идея нас вдохновляет. Это не просто красивая фраза. В новом году у нас будет много интересных занятий, будут открытые тренировки, будут семинары, приедет наш учитель Кубота-сенсей. И будет много-много всяких интересных событий, о которых мы, конечно, сообщим и на нашем сайте, и на нашем канале. Следите за нашими новостями, присоединяйтесь к нам, мы вам рады. Ногу не забрасывай назад, дай вот до сюда, Антона. Здесь тот же дзен по тенкан. Вошли, вернулись. То есть с линии атаки уходим, но дальше, чем надо, ногу не убираем. Ты одновременно прихватываешь, то есть не... Ну, смотри. Ты уходишь, а потом уже... Можно делать все по очереди. Раз. Ну, если Антон... Два. Три. Пока ты учишься, Антон будет позволять. Хорошо, давай. Ну, это мы запишем как цитату. Вы же помните, что во время новогодних каникул у нас будет семинар. И чем мы будем заниматься на семинаре? 5-6 мы будем заниматься под руководством Дениса Сергеевича Шелеста, это понятно. А 7-8 мы будем заниматься в этом зале айкидо. И я предполагаю показать что-нибудь интересное в плане работы от атаки рёкатадори. Ну, если, конечно, те, кто придет на семинар, найдут это интересным. Если, например, только ты будешь, у тебя прекрасный рёкатадори, тогда мы займемся косинаги. Если мы за один день закроем тему с рёкатадори, то
8 числа мы будем заниматься у Серова за техниками. Там тоже много интересного, много чего интересного покажу. Сегодня 30 декабря. Есть такая замечательная вещь, как айкидо. Ею можно заниматься вместо корпоративов. В общем, занимайтесь этим видом боевых искусств, он очень полезный для здоровья. С Новым годом! Зачем мы зовем сюда Дениса Сергеевича? Он же занимается не айкидо, а вообще каким-то хакку дэнсин-рю, прости господи. Что это такое? Я призываю всех, кому интересно изучать айкидо, посетить семинар Дениса Сергеевича, потому что там можно ответить на многие вопросы, которые возникают при занятиях айкидо. Когда мы сравниваем подход одной школы с нашим подходом, мы на многие вопросы получаем ответы, это интересно. Я поэтому всегда посещаю занятия Дениса Сергеевича, как только представляется возможность. А в этом году будет очень плотный мастер-класс, 2-3-часовых занятия, так что есть еще местечко для вас, вы можете успеть. Сегодня мы очень много говорим о хакку и мало об айкидо. Но это потому, что уже через 5 дней к нам приезжает Сихан Шелест. И мы хотели бы привлечь внимание к этому событию. Так как школа хакку дэнсин менее известна, чем айкидо, она, несомненно, заслуживает большого внимания. Также отмечу, что у нас с Денисом Сергеевичем во многом схожие взгляды на окружающую действительность. Так что, если у вас не вызывает отвращения то, как я преподаю боевое искусство, вам наверняка понравится на тренировках Шелеста. Катя, ты как относишься к хакку? Я за любой кипиш, кроме голодовки. Хакку это больно, да? Нет, на самом деле хакку это очень интересная штука. В каком-то смысле она дает некоторые вещи, которых иногда в айкидо, может быть, немножко не хватает. Ну, просто айкидо это про другое. То есть это айкидо айки, а хакку это именно такое жесткое, суровое дзюцу, прям вот. Угу. И надо сказать, что в нашем айкидо мы не стесняемся добавлять немножко дзюцу. То есть при изучении, конечно, мы не будем это демонстрировать на экзаменах, например, но в додзе обязательно нужно работать все, что знаете. Занимаетесь боксом, приходите в айкидо, бокс тоже не помешает. Карате – прекрасно. Денис, конечно, будет ругаться, если я скажу, что это одно и то же. Да, то есть то, что мы называем словом котагаеси, в хакку есть несколько форм совершенно разных, и они по-разному структурированы. Но вот как раз такие вещи помогают понять, как работает техника. Когда она структурируется по-разному, и вы с разных сторон ее понимаете. Так что приходите, приходите на хакку, потом приходите ко мне. Хакку у нас будет На Выборгской, а потом здесь айкидо, на Долгоозерной. Что еще можно сказать? Можно сказать, с Новым годом наступающим. Да, с Новым годом, друзья. У нас поздравления с Новым годом с первого дубля не появляется, поэтому мы еще раз поздравляем с Новым годом. 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 С Новым годом.